нас в лагере юбилейный проходит профильная смена. Там отдыхают ребята из движения первых. Как раз у них короткая недельная смена. Присутствуют представители практически всех муниципальных районов. Хорошее время для ребят. Интересная организованная программа. Есть возможность познакомиться, завести новых друзей, узнать что-то новое. И вот после открытия как раз смены в лагере юбилейный приехали в лагерь «Березка», где в этом году по президентской программе мы отремонтировали нашу столовую, сделали капитальный ремонт, и вот получилось такое замечательное помещение для приема пищи. Как раз на заднем фоне у нас чебурашка, который поднимает ребятам аппетит, очень красивые сочные тона. Получилось два полноценных зала. Теперь мощности столовых хватает для того, чтобы все ребята могли вовремя покушать. Это очень здорово, что у нас дети оздоравливаются все в более лучших условиях. И мы дальше обязательно будем продолжать участвовать в этой программе для того, чтобы обновлять инфраструктуру. Таким способом мы уже обновили корпуса новые, сделали новые корпуса в лагере «Орленок», построили три модульных легковозводимых корпуса, где уже также проходит оздоровительная смена. И 150 ребят заехали, обновленные корпуса, и в целом наслаждаются вот такой замечательной инфраструктурой детского лагеря.